Всем добрый вечер. По сегодняшней игре она мне самому понравилась. И зрителям, наверное, понравилась. По содержанию неплохая игра была. Были моменты красивые, что у нас, что у их ворот. Но в целом, если взять, я считаю, мы сегодня по делу обыграли. Создали больше опасных моментов. Да, во втором тайме можно сказать, что немножко сели, но это по счету. Давление было со стороны Навбахора, но таких явных моментов, не знаю, пока я не увидел. А в своей команде в первом тайме там надо было уже решать в два мяча. Я думаю, заслуженно победили. Я поздравляю команду. Немножко встряхнем, но через 4 дня опять игра. Будем готовиться к этому. В общем, Навбахор по составу сильнее, чем Машал. Вы хорошо изучали, да, игру соперника? Это помогло сегодняшней победе? Как вы думаете? Это кто считает посильнее? Вы считаете или? Ну, в общем, команда по составу сильнее. Нет, кто считает сильнее? Я считаю моих игроков самых сильных. Специалисты, вы специалист. Да, вот. Я считаю моих игроков я сильнее всех. Пусть кто что хочет говорить. Мне что Навбахор, я не унижаю Навбахор. Там квалифицированные игроки, есть сборники. Но я не считаю, я считаю своих игроков сильнее. Я буду это говорить всегда и везде. Изучили, конечно, соперника в последней игре с Урханом, изучили. У них пару изменений. Справа не играл Хашимов, да. Впереди они в той игре вышли в два нападающих. Поэтому здесь, можно сказать, и дало плоды, которые мы посмотрели и в тактическом, в теоретическом плане разобрали. Сказал, что надо делать, вроде получалось. Поэтому я доволен игрой, содержанием, моментами. Были, конечно, участки, но не без ошибок не бывает. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Команда была по счету, я им в перерыве, в принципе, говорил, не надо садиться, отходить. Ну, у них в подсознании все равно, у нас такие игры были. Вот это я и хочу добиться. Спасибо. Хочу добиться, чтобы не садились после гола, дальше гнули свою линию. Вот это вот где-то, если мы и восстановим. Вы одно поймите, у меня команда, вы сами знаете, я считаю, вот сейчас у меня двое арендованных пришли, эти наши игроки с нашей академии вышли. Они, можно сказать, усилили, а так, вы же сами видите. Но все равно, я как и до этого говорил, я в них верю, я их считаю самыми сильными и буду. Насчет того, что мы просели немножко, это, Наманган, может, немножко прибавил. Опять-таки, просели, что они сделали? Навал, а так явно что-то я не видел. Здесь такое. Спасибо большое. Всех с победой еще раз. До свидания. Спасибо.